Ну чё, народ, всем здорово! Лето уже заканчивается, скоро август месяц, а у нас сломана вот эта картофелькопалка. В прошлый год я её приобретал, вот, с города привозил, вот, и у нас она сломалась в процессе работы. Была, короче говоря, тут целая эпопея с ней была, вот. Самая родная приблуда вот эта делалась вот так вот, ну то есть крепилась и на родную эту, как ее называется, крепежную, но из-за того, что металл очень мягкий, короче говоря, ее выгнали. Вот что, наверное, надо ее будет делать, а иначе придется копать картошку вручную. Поэтому вручную больно-то и не хочется. Смотрите, я сегодня с утра вышел в гараж, вот, походил туда-сюда. Вот потом под руки попался. Сейчас выключу. Под руки попался мне вот такая труба. Вот сейчас я на ней резьбу точу. Вот, потом штырь, который батя уже отшлифовал его. Он довольно-таки такой неплохой. Я его делаю вот так вот. Туда забиваю полностью. Ну то есть сейчас не буду это делать. Просто покажу. Собираю вот такую конструкцию, ну чтобы она туда-сюда, как сказать, двигалась, на вот этой 16-й трубе. Вот. И вот это я буду делать сегодня. Так что давайте садитесь поудобнее. Берите что-нибудь покушать. И погнали. Вот такие вот обстоятельства у нас. Вот это завози. А? Завози. Я завезу, да. Я сделал бы. Я выпрямить надо бы. Да. О, ну ладно, покрутим теперь уже. А что, он вырезает, что ли? Вот здесь вот резьбу портить, что ли? Да, он что-то там. А эти у тебя, наверное, ты, блядь, когда там техникой, наверное, занимался, вот эту вот резьбу нарезать, блядь, купил. Рассказывал, так и не дорассказал мне. Ты так и не дорассказал мне. Где ты, говоришь, сработал? Не помню, что-то делали. Вот и попал. Нет, нужен был. Купили. Ну да, он вроде немало денег стоит. Так, ну он. Вот, вот этот от чего? Не знаю. На столе валялся. Задача, конечно, не из легких. Ну ладно, куда деваться. Лишь бы не согнуло. Но это еще не точно. Работа с виду вроде бы. Мало. А на самом деле... Ее довольно-таки много, да?
Вроде бы с виду. Что там делать-то? Сейчас скачиваю вот это все. Эх, опять резьбу сожрало. А вот, там... Проточил, но в конце вот тут вот получилась такая шляпа. Не знаю, сломает или не сломает в этом месте. Ну, получается, по ходу дела здесь самое слабое место будет. Но здесь вот слабое, вон. Вот это вот стык заедение, и нихуя не нет. Теперь сюда не выходит. Народ, сейчас нашел я вот такую штуку. Скажу это, для чего нужна. Раньше, когда дома держали быков, вот и коров, вот такая свиней, вот такая штука просто была необходима. Вот я не знаю, вот думаю, ломать ее, не ломать. Здесь вот металл очень хороший. Вот у нее. Толстый такой. Вот, а будем ли мы когда-нибудь держать еще большую скотину, кто его знает. Поэтому, наверное, куда-нибудь тоже пригодятся. Ну что, саму штуку распилил, все убрал, все вещи ненужные. Так, теперь надо немножко подумать, что дальше делать. И дальше в бой. Включение свое. Сняли всю проволоку, русскую сварку. Вот это тоже отдельно разобрал. Но он нам не нужен. Мы будем немножко делать иначе. Смотрим, от своего родного, с чем шла у нас конструкция, это картофелекопалка, мы отрезаем вот эти части. Вот, и нам нужно сделать его так. Вот, возьмем грубо. Вот такие части. И здесь вот будет сверху пластина сюда вот уходить. Ну, сейчас все увидим. Так, народ, путем сварки дисков и всякой требухи сделана пока вот такая конструкция. Это черновая работа. Так, прошу меня не ругать. Так, это вот так вот. Во. Из двух частей состоит этот приблуда. Так вот. Так, вот так вот она выглядит. Потом чуть подробнее нарисую все. Это как раз будет регулировочный. Это обычная труба 15. Вовнутрь забита, выточена штырь. Металлический, это ломик, по-моему, там был. Вот его захерачил. Так, здесь вот так вот пока выглядит, в принципе, уже понятно. Thank you.
Хорош, сегодня же топили баньку здесь, в деревне. Вот сейчас смотрю, проверяю, как уходит дым. Проделали еще одну дырку в стене, вон она. Видно ее. Короче говоря, баня-то по-черному у нас, поэтому родители постоянно, мать ее поддерживает, то есть подбеливает все это добро. Вот, но очень что-то сильно она коптится. Очень много копоти. Вот и поэтому еще проделал здесь дополнительную вот эту вентиляцию. Привет, Филипповы! Григорьевы? Как у вас? О! Хулень, хулень! За все лето оттренировались, да? Ну да, ну вот поэтому мне тоже так нравится, я тоже так тебе говорю. Слишком хорошо говоришь, тоже плохо. Не поверят. Да? А у меня этот служак татарин, я всегда ему звоню, я говорю, Рамиль, что, привет, как дела? Как же он? Сретни? Потихоньку? Да ничего. Ерундой страдаем. Да. Так, проверяем, как коптится. Как дымится. Такая амбразурина. Кстати, выходит. Входит и выходит. А вот-то чудо, чудо, чудо. Здесь что получается? Малина, яблоки, да? Всем здорово. Сейчас Валентин Николаевич расскажет рецепт брата. Какой он сделал пирог. Вот такой чудненький. Видос есть. Короче говоря, он все это пек на сковородке. Специально пергаментную бумагу, чтобы днище не подгорало в сковородке. Да, поставил. Вот такой был штука. Вкусный. Вкусный? Угу. Просто чудо. Да? Просто было чудо какое-то. Налить? Для справки только. Хватит. Ух ты. Ой, пойдет такой гнев от вас. Вот сюда. Но мне тоже наливает. Для заправки. Это чересчур крепкий. Кажется, и запах какой-то другой в бане стал. Да? Как-то я не знаю, вот то ли дров вот этой гари, наверное, это. То есть какая-то легкая прям. Не знаю, почему так. Такое ощущение, как будто баня не то, что она хорошо протапливалась, но все равно вот какая-то фигня была это. Когда заходишь что-то. Может, это из-за того, что ты говоришь, что когда только разжигаешь костер, дым идет, да, страшный? А потом разгорается нормально. Может, этот дым, он не успевает как-то уходить, а потом потихоньку. Не дым, а вот этот запах.
Народ, всем привет. Утро нового дня. Сейчас давайте я вам покажу, как ровно отрезать, как сказать, вот такой вот палец по периметру, чтобы все швы у нас совпадали. Сейчас расскажу, для чего вот эта штука. Это гильза от поршневой какой-то. Вот, она у меня пойдет на соединительную площадку между мотоблоком. Так, вот так вот, да. Соединитель между площадкой, мотоблоком и вот такой пластиной. Не пластина, а сама сцепка. Эту сцепку она вот, представим образ мотоблока. Вот это у меня мотоблок. Это вставляется сюда.